не совсем доволен, конечно, игрой в большинстве, хотя вот удалось наконец-то в большинстве забить в матче против ХК Сочи магнитогорцам. Но вот сейчас может быть опасный момент. Разыграли здорово и помогает все тот же Алекс Грант. Коньком не дает шайбе оказаться в воротах. Там вряд ли уже успел Заполский. И опять разыграли шикарно. Тут уже Заполский спасает.